Добрый вечер, небесные, божественные, избранные Божьи. Как настроение? Аллилуйя! Пробуждается божественность в вас? Пробуждается она. И еще сильнее пробудится. Потому что Дух Животворящий, Он дан нам, чтобы пробудить в нас эту божественность. Чтобы Он Христов, Он двигался внутри нас. Чтобы вся земля преобразилась. Чтобы эта земля стала раем небесным. Амен! Немецкая земля зацветает садами славы Божьей. Аллилуйя! С каждым днем, с каждым часом мы одно, мы один человек. Сын Божий, Дух Животворящий. Аллилуйя. Дух Животворящий. Дух Животворящий. Будь смелым, высвобождай вибрации, высвобождается звук неба. Твой голос — это звук неба. Твой голос — это голос Сына Божьего. Покрываем эту землю, Отец, Твоей славой. Мы говорим, это славная земля. Мы говорим, это славная земля. Мы говорим, это земля цветущая, цветущие сады, богатая. Земля, процветающая земля. Мы говорим, молоко и мед изобилуют на этой земле. Мы говорим, сыны Божьи пробуждаются на этой земле. Сыны, восклоненные, поднимают свои головы. Открываются глаза. Они видят Отца Своего в славе Божьей. О, я вижу, что прямо разными цветами это место, оно начинает играть такими красивыми небесными цветами. Просто увидь это. Это цвета славы Божьей. Цвета славы Божьей. О, ракина марасора марале. Посмотри, как они переливают. Посмотри. Это как радуга. Это как явленная слава. Видели когда-нибудь радугу после дождя? Нет ничего прекраснее и красивее. Это престол Бога, престол Царя. Престол Царя. И этот престол, он не где-то далеко. Он прямо внутри тебя. Он прямо в тебе. Thank you.
вижу ангелов, их так много, они вместе с нами. О, облако свидетелей. Посозерцай, посозерцай, погрузись в это, насладись, насладись, насладись благостью Отца. Он так благ. Писание говорит, вкусите, как благ Господь, вкусите, как Он благ. Он хочет, чтобы ты вкушал, не только знал о том, что Он хороший, но чтобы ты это чувствовал всем естеством, чтобы Он был твоим дыханием и питанием, чтобы Он был, наполнял всю твою внутренность. Благ, как ты благ, Отец, как ты благ, Отец, к этой земле, каждому человеку, каждому абсолютно никто не забыт, никто не оставлен, никто. Ты благ, Отец. Твоя благость покрывает. Я вижу эти облака славы. Обрати внимание, они как будто облака с неба опускаются. Происходят чудеса, дорогие. Здесь исцеление происходит. Здесь очень сильный поток. Вибрации неба. Давай еще поднимем вибрации неба, еще немножко, чтобы мы творим небеса на этом месте. Давайте сотворим эти небеса. Высвобождай вибрации. Я хочу слышать твой голос прямо сейчас. Высвобождай вибрации. Пусть голос звучит. Голос Сына Божьего. Голос немецких сыновей Божьих. Просыпается. Я чувствую, как земля просыпается. Голос сынов пробуждает землю. Голос сынов пробуждает эту землю. Пробуждайся, Германия! Просыпайся, Германия!